Приветствую всех рыболовов. Данный видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина fmagazin.ru. И в данном видеообзоре я бы хотел рассказать о достаточно простой, но эффективной приманке от компании Yum. Yum известен на нашем рынке давно. Классические хорошие приманки, в основном для басовой ловли, но которые вполне успешно можно применять и в классической нашей ловле, для ловли привычных нам окуней, щук и судаков. Ну и данная модель Migrant Grab подходит под эти задачи. То есть вообще это, наверное, прародитель многих других силиконовых приманок. Многие формы силиконовых приманок были взяты в аналог как Yum, где-то структура, где-то силуэт, где-то полностью скопированы, если это какой-то корейский бренд. То есть вот так вот. Поставляется приманка в классической упаковке для приманок Yum. Zip-пакет. Внутри нет никакой подложки. Ну и данная моделька у меня имеет конкретно размер 4 дюйма и поставляется по 20 штук упаковки. То есть такая здоровая, тяжелая пачка с силиконом. Ну и сразу можно увидеть по упаковке, что внутри упаковки достаточно большое количество соли. Это как аттрактант для силиконовых приманок. Ну и также придает некоторую иную структуру силикону. Конечно, это решение достаточно старое. Сейчас мало какие компании используют подобного рода соль, но тем не менее можно использовать, почему бы и нет. Единственное, но сразу минус этой соли в том, то, что приходится после насаживания приманки хорошо промывать руки, потому что это все остается на руках, ну и, конечно, препятствует ловле. В общем, Migrant Grab – это типичный твистер. Длина 4 дюйма – это с развернутым хвостом. Тело приманки толстенькое, покрыто маленькими ребрышками, и дальше расположен достаточно широкий хвостик. В воде приманка себя ведет очень выразительно, игра этого хвостика размашистая, активная, но в то же время он не слишком тонкий, и вот, допустим, вот этот вот переход, он достаточно широкий, как следствие приманка получается у нас живучей. Конечно, в наших условиях это такая классика для ловли щуки, для ловли судака на джиг, то есть приманку можно использовать на двойнике, на офсете с широким подъемом, на динарнике, на классической джиголовке. То есть такое вот тело, оно очень универсальное, позволяет реально использовать множество типов оснасток и использовать эту приманку эффективно. Да, как бы силикон старый, сам бренд тоже такой уже древний, но эти приманки вполне подойдут для ловли и по сей день, и вполне имеют адекватную цену, к тому же, как видите, упаковка огромная, множество приманок – это огромный плюс. Отличный классический силикон, классический твистер для ловли окуня, крупного окуня, щуки и судака. Приобрести данную приманку можно в интернет-магазине fmagazin.ru. Ссылку на нее вы найдете в описании к видео. Надеюсь, данный видеообзор был вам полезен. Подписывайтесь на мой канал и до новых видеообзоров.